Так, прошу прощения, нужно было перезапустить систему, но вроде сейчас все вернулось, все окей. Так что, пожалуй, начнем. Мы анонсировали, что эту трансляцию мы будем вести с Петром Сальниковым, и мы ее будем вести. Просто Петр подойдет чуть побольше, попозже, ворвется, так сказать. Вот, так что все окей. Тут я вижу, еще в комментариях обсуждают... кто может играть в бету, кто не может. Насколько я понимаю, получить этот код, ну, кроме журналистов, понятно, могут еще те, кто предзаказал издание Gears of War 4. Им сегодня в почту пришло... не Gears of War 4, а кто, у кого есть Ultimate Edition, sorry, Gears of War Ultimate Edition, то им сегодня в почту упало по ключу на закрытое бета-тестирование. А с 25 числа эта бета станет доступна всем. То есть сейчас получили эксклюзивное право обладателя Ultimate Edition. Вот. Ну, возможно, и те, кто и предзаказал Gears of War 4, что я прям так себя по губам бью, возможно, и они тоже. Почему нет? Если ты заказал Gears of War 4, получи ключ. Я бы так и сделал. Так что не удивлюсь. Так, ну что, давайте сразу с места в карьер. Вот, начнем. Вот, Петя подтянется, повторюсь, для тех, кто будет задавать этот вопрос. Будем вдвоем, потому что это коллективная игра, это мультиплеерная бета. Сюжетки здесь не будет, но, в общем-то, к этому уже стоит привыкнуть. Если есть у игры мультиплеерный режим, и она выходит в закрытое бета-тестирование, то знайте, что 100% там будет мультиплеерный режим. Я последние... не знаю, годы, наверное, не видел закрытого бета-тестирования одиночного режима. Ну, мне кажется, незачем, да? И, наверное, рассчитывать на это не приходится. Поэтому... Плюс, мультиплеерный режим для гирсов — это один из основополагающих вообще частей геймплея. С самого начала, с первых гирсов, мультиплеер — важная часть. И сейчас вы, собственно, это увидите, что вот те самые перекаты и укрытия. Можно проклинать, можно любить Epic Games за их первый Gears of War, но именно они изобрели этот чертов жанр и фактически придумали дорожную карту для всех 3D-шутеров. Перекаты и укрытия. Первая Gears of War с тех пор и повелось. И вот когда играешь в переиздание первого Gears of War, как будто бы играешь в игру 2016 года, потому что все то же самое. Division, друзья мои. Да Mass Effect, да что угодно. Поэтому мультиплеер Gears of War я вот сейчас посмотрел и... Поскольку я играю в Division, ну, не то чтобы для меня все знакомо, но ощущения примерно такие же. Поскольку родоначальники укатов, перекатов и укрытий перед нами. Я тут не слышу музыки, но надеюсь, это просто какая-то фишка бета-версии. А вот все, пошла. Так, как видите, я первого уровня, я абсолютный ноль, надеюсь, получу сегодня несколько уровней, а может быть и нет. Те разы, что я играл перед стримом, ну там было довольно жестко, поскольку бета закрытая, повторюсь, она сейчас ключи выданы либо обладателем Ultimate Edition, либо журналистом, либо комьюнити хардкорному. То есть, ну, понятно, что Microsoft поддерживает с ними связь и разработчики, и поэтому многие такие крутые сетевые игроки и даже целое сообщество тоже получили ключи. И поэтому в бете сейчас очень потно. Меня выносили довольно часто, и даже потом... писали в личку всякие оскорбительные сообщения по поводу того, что я выступаю как рак. Это, кстати, к вопросу о ядовитых комьюнити, потому что очень часто грешат на наше комьюнити, на дотку, на лол, что наши русскоговорящие игроки любят писать все про ваших мамок. Но поверьте, как человек, который сталкивался с разными
с обществом игроков, в том числе и иноязычными. Если есть возможность как-нибудь оскорбить соперника, этим пользуются все. Этим все занимаются. А причем на консолях, это же вам не на компьютере, быстренько на клавиатуре написать всякие вызывающие оскорбления. Нет, здесь надо найти сначала игрока, потом написать ему с помощью курсора буковки, выделять одной кнопочкой. То есть это нужно какую-то энергию вообще там потратить, это нужно мотивацию какую-то иметь. Вот, а потом отправить в личку. То есть насколько надо быть злобным ублюдком, чтобы заниматься сетевыми оскорблениями на консолях. Но тем не менее, да, то есть такие встречаются, в Call of Duty таких очень много, прям очень много. А еще, кстати, тут особенность именно бокса. Многие игроки не выключают Kinect, и поэтому слышно все, что происходит в комнате. И слышно все его комментарии. Конечно же, его можно замьютить, такого балабола. Можно отключить ему звук, но не всегда это удается во время сессии. Если идет какая-нибудь жаркая сетевая битва, тебе нужно где-то там остановиться, где-то спрятаться, начать искать его никнейм в списке, понять, как он мьютится именно в этой игре. К сожалению, в разных играх игроки мьютятся тоже по-разному. И иногда просто забиваешь и играешь реально с фоном, на котором некий, чаще всего англоязычный чувак, комментирует вообще все, что происходит. И твою тоже маму, и твой стиль игры, и что ты должен делать, и что ты не должен делать. То есть, если в Доте, это, по крайней мере, в каком-то чатике в углу, это можно, в конце концов, я не знаю, просто убрать с экрана, то здесь это невозможно. И ты думаешь, да господи, да когда ж ты заткнешься? Вот, а иногда там сидит целая компания. И представь себе, какой гул у вас в ушах, когда, значит, этот дикий ор на фоне и опять же комментирует действия ваших соперников, вашей команды и все такое прочее. Так что токсик комьюнити, мне кажется, оно сопровождает просто любые сетевые игры. Сетевые игры идут именно за этим, для того, чтобы повысить самооценку за счет других. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Так, а что со звуком? Скажите, пожалуйста, что именно? Виктор, поправь микрофон, пожалуйста. Ну, все вроде окей. Что не так? Что именно со звуком? Когда вы пишете комментарии там по поводу звука, вы хотя бы описываете проблему, чтобы я понимал, что мне нужно сделать или что мне не нужно делать. Треск. Ну, микрофон скрипит, может быть, не знаю, может быть, когда я его дотрагиваюсь до него, вот, а так, в общем-то, ладно, не буду его трогать никак. А с Петром я уже говорил, прекратите, пожалуйста, писать эти комментарии, Петр подойдет, Петр ворвется в игру, мы как раз давайте начнем. Разомнемся, так сказать, и потом буду Петра учить и рассказывать ему, что нажимать. Значит, в бете у нас есть три режима. Team Deathmatch, объяснять, я думаю, не надо, но все-таки для тех, кто, может быть, только познает мир состязательных онлайновых игр. Team Deathmatch — командные сражения. Есть твоя команда, есть чужая, поскольку в Gears of War сражаются уже извечные соперники, хотя там сюжет, по-моему, точно повернулся в такую сторону, что саранча вроде как бы не самые злобные твари, но тем не менее это классическое противостояние. Мы выбираем между локастами и, собственно, нашими накачанными космодесантниками. Dodgeball. Dodgeball — забавное название. Это, в общем-то, вышибало. В принципе, тот же Deathmatch, только похардкорней. Здесь игроки возрождаются не так быстро, как мы привыкли. Ну, кстати, в Team Deathmatch такая же история. Достаточно выбить определенное количество врагов из команды соперника, и в конце концов у них просто кончится возрождение, и таким образом мы победим. То есть там есть число очков,
тире возрождений, и нам нужно просто их просто убивать определенное количество раз, и тогда, мы побеждаем. Даже более есть проблема с тем, что противник, ну и ты тоже, не возрождаешься так быстро, то есть прям не мгновенно. И появился кооперативный режим, где команда из 4 бойцов противостоит волнам врагов, умным, толстым, огромным. Ну, в общем-то, тоже довольно стандартная вещь, хотя как раз-таки для гирзов не очень стандартная, фактически именно кооперативный режим, помимо, собственно, сюжетной кампании, которую тоже мы все ждем, потому что, как и в любой такой игре, сообщество игроков делится всегда на два лагеря. Те, кто играют только в сюжетную часть, с друзьями, может быть, иногда, ну, даже, может быть, чаще с друзьями, потому что Gears of War много сделали для современного облика кооперативного гейминга. Это Gears of War идеальный вообще пример того, как должен выглядеть кооперативный гейминг. Но, тем не менее, после того, как люди несколько раз, может быть, множество раз, да даже единожды проходят кампанию Gears of War, потом периодически к ней возвращаются, но на этом их освоение Gears of War заканчивается. Вот. Ну, а есть люди, которые играют исключительно тоже мультиплеер Gears of, который, я уже сказал, является неотъемлемой частью, и не просто давайте привинтим мультиплеер, как это сейчас делается, непонятно по каким причинам. По-моему, люди накушались уже, что нельзя привязывать мультиплеер просто так к сингловым играм. И от этого отказались и в Ларри Крофт, от этого отказались в Assassin's Creed, в конце концов, потому что от этого отказались в Far Cry. Но я сейчас не хочу называть игры, которые выйдут уже этой весной, в которых сингловые, очень известные сингловые игры, но где зачем-то ради пунктика привязывают мультиплеер. Ребят, если у вас сильная сингловая часть, ни в коем случае не делайте мультиплеер. Ребят, если у вас исключительно сюжетная игра, на этом и сосредоточьтесь. Но Gears of War это не касается, потому что это как Halo в какой-то степени. Именно с первой части упор на мультиплеер был мощнейший. Сингл, кооператив и мультиплеер. Всегда вот эти вот три кита, на которых держится Gears of War. Абсолютно равнозначные части. Как Call of Duty, да? Ну, в Call of Duty даже больше мультиплеер. Он даже в какой-то степени сингл перебарывает, да? То есть есть люди, которые даже не знают, что и в Call of Duty есть сингл. А вот в Gears как-то все было прям очень равномерно. Так, ну давайте начнем с Team Deathmatch, с простого. Так, в комментариях пишут, где стрим, мужик какой-то базарит. Да, добро пожаловать на стримы с Виктором Зуевым на Xbox.ru. У нас стримы про общение, друзья. Что вы, игр не видели, что ли? Сейчас Петр еще придет, и мы вам компенсируем отсутствие подкаста на этой неделе. Вот так вот. Так что пообщаемся вообще про все. В прямом эфире. Так, загружается карта. Как-то не очень очевидно здесь сделано. Я, когда первый раз это все тоже запускал, я подумал, я, может, что-то не нажал, что-то, может быть, не подтвердил. Может быть, куда-то надо еще раз, там, несколько раз потыкать. Но нет. Просто действительно очень долго идет полоска наверху, и ее не сразу заметно. Так, я уже слышу чей-то голос. Так, вот, надо всех замутить к чертовой матери. Вы слышали, да? Слышали сейчас немецкую речь? Это то, о чем я говорил. Ага, понятно.
Вот так вот. Теперь пусть мьютят меня сами. Интересно, можно это как-нибудь... Так, тихо. Окей. Ну, я был занят важным делом, мне пришлось мьютить всех игроков. Который, на самом деле, сейчас меня слышит. И я представляю, какая ненависть и какие сейчас крики ад от того, что они слышат меня, им приходится отвлекаться, чтобы меня замьютить. Ну, извините, ну что, ну, попал к вам стример в команду. Будут меня сейчас дико репортить, конечно же. А, вот сейчас. Понятно. Отвлекаюсь на чат. Пишут, что игровой чат не слышно в стриме, только мой. Но перед тем, как... Ну, если вы не слышали, действительно, то перед тем, как запуститься, мне уже все сказали на немецком, на английском по поводу того, что я разговариваю. Тихо. Понятно. Так, а где мой шотган? А, да, сейчас, одну секунду. Да, окей. Да, это с самого начала надо было сделать, поскольку на боксе есть два состояния. Либо ты в пати-чат, который запускается с дашборда, вот, либо ты используешь игровой чат. Вот. Да, это вот, я не сообразил, сейчас переключился и, надеюсь, больше не буду мешать немцам. Обошли, что ли? Ой-о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 й. Локусты мразотно выглядят, тем более сейчас в высоком разрешении на Xbox One просто твари. Я, в принципе, не понимаю, как за них можно играть. Обратите внимание, что все персонажи разные, но пока выбирать это нельзя. Ну, очевидно, что в дальнейшем профили будут отличаться, можно будет вот эти все предметы выбивать, все кепочки, беретики, причесочки. Ну, пока этого нет, я предполагаю, но это очевидно. Ну, вообще, мультиплеер Герзов, не знаю, вот я сколько в нее не играл, он всегда довольно хардкорный. Несмотря на то, что, в принципе, ну, там, проходил все Герзы, мультиплеер отличается абсолютно от сингла. То есть опыт одиночной игры помогает мало. Ну, кроме того, что ты осваиваешься в управлении чуть-чуть. Кстати, также... вот та самая система ревайва, да, когда восстанавливают друзья раненых врагов. То есть после того, как у тебя линейка жизни заканчивается, и твой персонаж не умирает. Он начинает ползти. Опять же, те, кто играет в Division, да и не только, знают эту систему. Ну, собственно, Gears of War ее предложила в свое время. Жесткие ребята, я в Doom играл вот недавно. У меня в Doom получалось больше, чем здесь. Тут еще надо чувствовать управление. И вот тот момент, когда персонаж делает ускорение, вот он начинает нестись, как ракета, он больше напоминает, я даже не знаю, там нифига себе, там...
А, все, у нас закончились возрождения, и я уже не вернусь. Я смотрю просто, как команда наша уничтожается. Окей. Так, мне пишут, если не возьмешь дробовик, будешь сосать. Так я, в общем, с ним и бегаю. Так, появились баунти, так называемые, но больше всего они похожи на бонусы в Halo последнем, когда мы берем... как видите, карточки тоже копятся, и, естественно, они тоже одноразовые. То есть, если мы ее используем, она тратится у нас в матч, и мы выбиваем следующий. Это некий бонус, иногда пассивный. Ну, например, вот я сейчас выбрал карточку, которая увеличивает на 50% получаемый опыт. Если моя команда, ну или я, в частности, выигрываю какой-нибудь онлайновый матч. Ну, вот реально похоже на то, что было в Halo, например, последнем. Ну и не только. Вот эти вот пассивные бонусы. Довольно стандартный момент. Наверное, потому что я первого уровня, но у меня женщина просто голая абсолютно. Я вообще не понимаю, куда она собралась воевать. С какими локустами она собралась воевать. Это же просто невозможно. Ну вот я взял дробовик, пожалуйста, который меня спасал, например, в Думе. Здесь я... Так, это дымовуха. Понятно. Нет, ну еще бы. Она в одном лифчике. А локусты, мало того, что у них вот шкура, черт возьми, там чешуя, еще, черт возьми, что, вот. А моя женщина в майке-алкоголичке. Отлично. Хоть так. Swift Vengeance. Значит, я убил того, кто убил меня. Это неплохо. Вот так, кстати, можно видеть свою команду. Просвечивать через стенки. Жалко, врагов так не видно, но тоже неплохо. Важно помечать врагов. Вот я сейчас это сделал. Левым стиком. При прицеливании нажимаете левым стиком на враге, и вы подсвечиваете его. Он светится оранжевым, и тем самым дает наводку на... дает наводку твоим друзьям. Ну все, моя женщина выглядит как-то оскорбительно просто. Интересно, может быть, мне ее дали, потому что я прошлый матч проиграл каким-то образом. Ну, вот здесь по декорациям чистый Вархаммер просто, абсолютно. Ну, хорошо, ты убил меня, когда я любовался красотами. Но вообще Вархаммера много в Gears of War. Вот эти вот пропорции, персонажи огромные, вот десантники. Пилы мечи. Конечно же. Знаменитые пилы-мечи. Пилы-мечи. Пилы-мечи — это в Вархаммере. Пилы-пушки. Вот. Но это... Так, у нас здесь тусуются ублюдки. Блин, кошмар какой-то. Просто кошмар. Я боюсь, что появление Пети ситуацию не спасет, потому что... ну, что-то мне подсказывает, что у Пети скилл тоже не сумасшедший. Просто. Ну, во-первых, я вижу, что они бегают всегда вот вчетвером. Вот, наша команда бегает по одному чуваку. И, естественно, быстро выносится. Ну все, у нас уже, у нас остался последний игрок. Кстати, тоже выглядит в бомжатской майке. Ну, посмотрим. Итак, смотрим на скилл чувака. То есть, что он делает так, а что он делает не так. Кстати,
Вот это вот перемещение, когда стрелочками показывают, что можно завернуть за угол, будучи там, да, вот этот в стелс-режиме. Тоже есть Division. И тоже наследие Gears of War. В комментариях пишет Витя, убей уже кого-нибудь. Ребята, это правда, это не так легко, как вы думаете. Это сложно, я бы сказал. Это прям практически невозможно. Это к вопросу о том, что консольные шутеры для казуалов, да, о чем вы говорите. Нет, у Гирзов комьюнити довольно мощная. Ну, как у Хейла. Так, все, я... Короче, значит так, тактика следующая. Но, нет, а как еще учиться, да? Только играть, играть, играть. Другого способа нет. Вообще, на самом деле, относитесь немножко, ну, спокойнее и толерантнее к ракам в команде. Потому что, а, вы сами были когда-то раками. А, б, у меня здесь нет другой возможности научиться, кроме того, что участвовать в битвах, проигрывать, тянуть команду на дно. Но с каждым матчем, с каждой проигранной партией я буду получать немножко скилла. Не в смысле вот этой экспы и прочего, нет, а в смысле мелкой моторики, в смысле опыта настоящего, живого. Как, не знаю, как в Dark Souls. С каждой смертью вы становитесь сильнее. Помните эту формулу Dark Souls? Вот, собственно, здесь то же самое. Ты умираешь, но знания не умирают. Знания вечны. И ты начинаешь понимать, как здесь играть. Вот, поэтому любите раков, цените их. Потому что вы сами были когда-то такими. И, во-вторых, вы учите других игроков. Хотя бы не умер в ситуации, когда был выход 2 в 1. Опа, ну окей, третий меня добил. Кстати, там что-то даже написано на этом памятнике. Я хочу почитать, но это же невозможно здесь. Мне же никто не даст. Так, ну давайте смотреть. Ну, во-первых, я замечаю скорости, да. То есть у чувака огромные скорости. Но, кстати, вот я то, что хотел сообщить. Когда вы начинаете вот так вот бежать, у вас персонаж управляется с легкостью катка. То есть практически никак. Очень сложно им управлять, он несется вперед абсолютно. Никакой плавности у него нет. Кошмар. Ну, как видите, здесь происходит полная жесть. Ну вот, вы хотите, чтобы кого-то убил? Убил. Ой-ой-ой. Домовуха, кстати, классная здесь. Вообще реально ничего не видно. Но другое дело, что им тоже не видно, поэтому... Так, еще кого-то. Ну вот, пожалуйста, в этой партии, как видите, я уже не умираю подряд. Живу. А, есть старая добрая формула, как вообще чему-то учиться. Наблюдай, что делают другие, и повторяй. То есть, в общем-то, ничего другого делать не нужно. Бегай с другими, повторяй за ними, и рано или поздно научишься. Но все равно нужна практика, и поэтому, когда тебя начинают чморить за то, что ты ничего не умеешь, ну, логичный вопрос тогда. Ребята, а как вы хотите, чтобы люди вообще учились играть? Чтобы они сразу приходили? Естественно, за вашу команду, да, приходили бы обязательно только скилловные игроки. Ну, так не бывает. Ну, вон, смотрите, они даже боятся. Отступаем, отступаем. Вот это прилипание к стенам спасает и мешает одновременно. Да пошел ты. Медленно. Пока я действую слишком медленно. Но нет, я считаю, что уже прогресс есть в этой партии. Я явно сейчас себя лучше чувствую. Так пишет, чтобы научиться, надо задротить. Ну, смотря с чего хотите.
Если вы хотите выигрывать какие-то турниры, да, если вы хотите играть для души и с таким же уровнем, как и вы, ну, да нет, достаточно, мне кажется, просто играть, там, вечерком заходить, пару партий. Вот! Зато второй уровень уже. Так, можно тупо закемперить на спавне. Ну, наверное, можно тупо закемперить на спавне, если команда будет на связи, своя. Так пишут, чтобы играть, надо клаву и мышь. Ну, не факт, что для Gears of War это нужно. Ребят, Gears of War серия изначально заточена под консоли, управление консольное и интерфейс консольный. Для Gears of War клава и мышь не нужна. Возможно, даже противопоказана. Так, я подключился к партии, которая уже, судя по всему, идет, поэтому... Ну, Gnasher Lancer нормально. Да, меня сейчас просто не пустят в игру, окей. Сейчас она закончится, и все начнется. Так, ну я случайно запустил консоли срач, платформа срач, точнее. Вот тут пишут уже, каким нужно быть идиотом, чтобы играть на устройствах ввода текста. Не, ну, ребят, разные есть точки зрения на это. В стратегии, например, я тоже предпочитаю играть исключительно на компьютере. Ну, понятное дело. Мне кажется, что просто есть жанровые... условности. Или даже жанровые законы. 3D-шутер, по-моему, создан для геймпадов. А стратегии созданы для управления даже не столько клавиатурой, кстати, а сколько мышкой. Вместо клавиатуры, может быть, такие, знаете, продаются небольшие игровые пады с несколькими кнопками, которые как раз под руку ложатся. Ну, под ладошку. У Razer, по-моему, такая штука была. Вот. Огромная клавиатура действительно во многих случаях просто не нужна. Так, понятно. Но мышка, да. Мышке можно дать право на существование в играх, абсолютно. Она это право заслужила. Вот, но здесь зачем играть с мышью и с клавиатурой, непонятно абсолютно. Консольный шутер, ну что это? Так, давай. Я за тобой. Классно у нас. Перестрелка. Интересно, и кто в этой дуэли выиграет вот сейчас? Вот пока, мне кажется, выиграет тот, кому подойдет подкрепление. Ну, окей. Можно и так. То есть, как видите, сидеть здесь, ну, бесполезно просто. То есть, перестреливаться можно вечно, вот, а в какой-то момент просто подойдет подкрепление и... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, надо же, закончились патроны у шотгана. Дожил. Но еще живой. Рекорд по выживаемости. Так, патроны, действительно, да. После трупов остаются патроны. Это надо брать. Так, ну вот сейчас я так понимаю, что наша команда лидирует, причем с разрывом. Да сдохни. Так, ну по крайней мере у них уже начали исчезать игроки на респавне.
Так что осталось просто дожать. Сейчас главное просто не отдаваться по тупости и просто их выжимать. Ну все. Это даже быстрее случилось, чем я думал. А, так, что у нас в комментариях? Так, песня придет, будет орать на говно. Ну да, да. Главное, чтобы пришел и не забыл. А, так. Так, как играется мультиплеер? Ну, мультиплеер играется достаточно потненько. То есть, нельзя назвать это прийти отдохнуть на вечерок. Нет. Не, ребят, герзы надо играть желательно с друзьями. Сыгранной командой. Потому что, как видите, вот так вот просто ворваться на тоненького. Что ты там стреляешь-то? Дурачок. Неплохо. Неплохо. Меня просто разорвало на части. Причем это та же команда, которая только что, мне кажется, всосала с разгромным счетом. Отчаянно камбэчит по непонятным причинам. Вроде те же люди. Только что. Привет. Ну вот как он это сделал? Ну я же... А, там был еще один сбоку. Окей. Окей. Но все равно я расстроен, что из дробовика в упор не получилось увидеть мясо, кровь, кишки, членку на весь экран. Близко подошел. А, хедшоты тут есть? Да, конечно, есть. Ну, из дробовика, вообще-то, хедшоты... чувак. Неплохо. Бежал с нами всю дорогу, изображал, что он из... из коалиции. Такой, ну не смотрите на то, что я выгляжу как урод и прочее, это просто я гриппом болею, а так, пацаны, я с вами. Даже стрелял с нами в одну сторону. И никто не подозревал, что сзади нас бежит локуст. Так, счет 4-7, это значит, что нам нужно сейчас собраться. Так, уже 3-7, кого-то разорвали. Неплохо. Неплохо. Такое ощущение, что вот, знаете, вот я стеклянный, а они просто пудовые, просто чугунные. Ты по нему стреляешь. Ты стреляешь из дробовика ему в голову. Но он к тебе подходит, и такое ощущение, что он даже ничего не нажимает. Он просто вот просто одним своим существованием. Он, ну, просто сблизился с тобой. Да умришь ты, гад. Нет, возродил. 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 Все зря. Понятно. Еще очень любят говорить, что на консолях автоприцел. Как вы вообще? Это же вообще казуальщина. Какой автоприцел? Геймпадом двигать вот этот прицел, это, знаете, как просто сдвигать какую-то, я не знаю, стопудовую гирю тащить. Он двигается очень медленно. Нет, понятно, что он быстро, но все относительно. Такое ощущение, что вот в замедленной съемке ты сначала поворачиваешь геймпад в бок, потом начинается обратная связь. Курсор поехал в бок, едет и никак не доедет. Вот, мышкой так хоп, навел и стрельнул в голову. Так что вообще непонятно, где хардкор не играть. На консолях-то поди убей в голову через всю карту. Вот так вот. Поэтому мышка это просто. Каждый сможет. Так, настрой сенсу, кстати, пишут. Ну, знаете что? Тут еще... Тут настроишь сенсу, у тебя потом все будет... Это же связано. Да нет, нормально. Надо просто привыкнуть.
Поскольку мы играем сразу в мультиплеер без... Все. Вот. Неплохо. Откуда у него такая штука, а? Почему у меня такой нет? А, ну так вот, поскольку это сразу мультиплеерная бета, и последний раз в Gears of War я играл в Ultimate Edition, то есть, ну, как-то, знаете... Вот, надо наиграться, надо... А, вот, так, Пётр пишет, сейчас добавлю. Приглашение отправлено. Сейчас ворвется Петр. Так, счет 7-8. Кстати, я бы вообще вот так играл в таком режиме постоянно. С бэтменским зрением. Ну, понятно. Мой выстрел шотгана, он просто в себя вбирается словами «спасибо» и отрыгивает слегка. А его выстрел шотгана, естественно, разносит пол торса. Он мне не в голову попал. Но, как обычно это бывает, да, у противника все получается, у противника еще его команда, убийцы и киберспортсмены, а у тебя журналисты и стримеры. Ну... Журналисты и стримеры. Да, да, привет, Петь. Приготовься. Привет, Вить. Приготовься страдать, умирать, кричать, почему это происходит со мной? Не знаю. Я готов убивать людей, сегодня какой-то странный день. А куда мне нажать, чтобы сделать это? А, так, подожди, давай я просто выйду сейчас из этой... Выходи. Уже, в общем-то, абсолютно беспросветной партии. Мы... Да. Так, мне пишут, что Витя, да просто косой. Нет, алло, подождите. Вы видели, что мой шотган оставляет в нем дыру. Его шотган попал мне тоже в торс, но при этом у меня половина торса улетела, а ему хоть бы хны. Вот о чем я говорю. Да так всегда, Витя. Да. Я и говорю, что есть такой закон, что у противника получается все, у противника команда это супермены, вот, а у тебя стримеры и блогеры. Смотри, нажми добавиться ко мне в игру. То есть, если ты возьмешь. А, все, я понял. Я вижу, я тебя сам приглашу. Угу. Так, все, тебе должно сейчас уйти. Ушло. Ага, отлично. Все. Ну все, поехали страдать. Все, ты готов? Петр. Так, в комментариях пишут, это вы сейчас пытаетесь приконнектиться? Нет. Мы уже играли, мы уже все видели. Сейчас просто подошел Петр. Петр немножко опоздал, поэтому... Да, я готов. Ты готов, да? У меня контроллер отключился. Я поменял батарейки, да. А, это важно, да. Замена батареек в геймпаде от бокса иногда напоминает мне, знаешь, вот как будто я перезаряжаю шотган. Такой чик-чик. Две батарейки вылетело, новый вставил. Чик-чик. Давай, поехали, я готов. Так. Какой вы регион выставили? А то бывает по умолчанию США стоит. Да нет, европейский. Я не помню где, но я видел, в общем-то, что... Точно не американский. Так, что, я должен что-то нажать, нет? Нет. Все, то есть идет загрузка карты. Хорошо.
Ой-ё, как громко все гремит. Ой-ой-ой. Так, нет, подожди, Петя, ты попал? Ты попал в партию? Гнешер, Лансер. Не, я пока вижу только да, список. Да. Эта партия уже идет, но сейчас уже не запустит, но она довольно быстро проходит. То есть прям хоп-хоп. И... 8 минут? Ты хочешь нет, сказать, что нет, мы 8 нет, минут нет, будем? Нет. А, все, погнали. Это Team Deathmatch, да? Да, Team Deathmatch. Мы будем либо за уродов, либо за нормальных. Хотя, ты знаешь, они настолько перекачаны, что в них, по-моему, человеческого тоже ничего не осталось. О, все. Так. Ты вошел? Да, да, угу. Я опять играю за бабенку в майке алкоголички. Я не могу понять, куда она собралась вообще. С какими я хочу посмотреть на тебя. Локустами воевать. Я нашел одного. Да, я нашел одного. И он тебя тоже нашел. Я его кончил. Как в анекдоте про Чебурашку. Как перезаряжаться? Так неси его сюда. Вспомнил. А он меня за уши держит. На тебе, говно. Еще забил одного лежачего. О, бест. Так, у меня буквально... Что мне нужно было сегодня? Случайное сейчас было убийство. Ну, неважно. Насчет записали. А, смотри, Петь, нажми левый бампер. И ты будешь видеть все как Бэтмен. Потом. Ну, если ты потерял своих, просто. Ага, все, нашел. Вот тварь. Спрятался в складках местности. Я прикинь, я впритык не заметил вонючую грязную тварь локуста, который реально просто притворился мешком с картошкой. Ну, как он, в общем-то, и выглядит со стороны. Как пилить? Пилить на Б. Да, я понял уже, но в этот момент я уже превратился в кусок мяса. Кусок мяса, да. Это, в общем-то, игра про это все, про куски мяса, которые... Про быстрое превращение. Да что такое? Да как он это делает, а? Прям вот так вот бах из шотганчика. И ты разлетаешься. Нет, ну то, что моя женщина в майке должна разлетаться просто от плевка в ее сторону, это нормально, конечно. Вот, но все-таки не так же. Иначе я пожалуюсь в лигу феминизма просто. Почему женские персонажи так часто умирают? А, кстати, да. Вот я Петь... гадина. Да. Я видел твою смерть, поскольку я уже умер навсегда. Здесь счет ведется до... Ну, ты видишь, да? Вот у нас сейчас 6-1 счет. То есть нужно выбить соперников, выбить все их в возрождение и наслаждаться победой, чего у нас не получается. Окей. Так, пишут, что по цветам игра опять серая, но это... Это Gears of War. Это не... Не знаю, это не Overwatch. Call of Duty. Это не... Не знаю, не Battleborn. Это всегда было про суровое выживание. Так. О, это ты, да? Подожди, постой, стоп. Да. Ничего, кстати. Ой, а что у тебя с лицом? Нет. А я, кстати, я не могу. Я не могу посмотреть на свое лицо. С лицом проблема. Водку любишь. То есть у меня в майке алкоголички алкоголичка. Алкоголичка, да, okay. да. Бей его. Кстати, помечать соперников, если ты прицелился, нажимаешь на левый стик. И помечаешь их для... С луком? Это гадина для всех остальных. Луком. Да. С луком и с яйцами, но не пирожок. Ну, кстати, она не такая серая, как, например, первая. Да. Я просто большой фанат именно первой части. Первая часть была вообще огромная. Первая — это 50 оттенков серого, абсолютно. Слушай, а ты его, да, немножко попрессуй, я сейчас... Ну вот. Сзади, Петь.
окей. Вижу этого урода, вижу этого урода. Стоять! Живой? Ну да. Как это неудивительно. Вот он, сука! Вот он! Да, а, да, ребят, Петя не видит чат. Слава богу, я насмотрелся на чаты. В своей жизни. Да, 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 да. Ага, вот. Спасибочки. Ребят, наступают. Ого. Что тут происходит, окей, пацаны? Не знаю. Не консольный это шутер. В консольном шутере нажал на кнопочку «Убил!» Я настаиваю! Вспомни Max Payne 3. Нет, нет, вспомни Press X to Win. Вот где Press X to Win? Где, вот где, в каком месте это здесь? Когда тебя убивают из Torque You Bow. Когда я играю за Локуста, у меня нет никакого Torque You Bow. А он фигачит через всю карту, при этом разрывными. Press X to Win это миф, друзья. Не, Press X to Win это в натуре миф. Я не помню одной игры, в которой как бы это работало. Вот собака. Ладно, я до тебя доберусь. Так, они подошли к нашему респауну уже. Это ты, Петь? Нет. Не, я уже, по-моему, все. А, ты все? Нет, ты не все. А, не, я не все. Не-не-не, ты не все. Да ж. Нормально, нормально. Причем, мне нравится, что локусты, знаешь, они прям подходят к тебе. То есть он. Мне кажется, что здесь их маскировка, она получше, ну, чем у людей. Потому что люди какие-то цветные, вот, а локусты реально выглядят как не знаю, как текстуры какие-то, вот ящиков. Вот, их не всегда реально замечаешь. А, там вот один вдалеке. Вот, поэтому подсвечивать. Еще на самом деле, после Division привычка, короче, наводиться на все подряд в попытке добежать до, там, интересного тебе. Да? Укрытие. Тебя оторвали? Меня грохнули бесславно. Мне все оторвали, я бы так сказал. Меня оторвали от всего. Ну, я должен сказать, что я не играл до этого в мультиплеер Gears of War вообще никогда, ни в какую часть. И... Ну, это не просто. Ну, условно, вспомни, ты играл в Black Ops? Последний. В последний Black Ops? Нет, вот, кстати, это, наверное, первый раз, когда я пропустил Call of Duty. Потому что обычно, я это часто говорил и в подкасте тоже, что осенний Call of Duty — это такая традиция. Но почему-то именно в этот раз мне не захотелось. Мне, поскольку я люблю сюжет, и мне он не понравился. То есть после Кевина Спейси. После Кевина Спейси. Да не об этом. Не об этом. Ты как бы целую телегу прогоняешь. Все, я понимаю, о чем ты говоришь. Спрашивал. Тебе. Ну, ты просто спросил, почему я не играл, я тебе ответил. Я знаю, что ты фанат мультиплеера. Я в том смысле, что, короче, я в него играл в институте, это был просто Call of Duty. И потом Call of Duty 2. А потом вышел Black Ops 3, и я его запустил первый раз и сразу стал царем. Ну, то есть, типа, ты такой, о, да то же самое, только, типа, знаешь, реактивные ранцы, прыгаешь как дурак. Вот, а так, ну, игра-то про то же самое в целом. Опа, подожди. Да, 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 забавно. Избиение, на. И кажется, неплохо. Это победа. Да? Мы победили, ну, да. Вот, Петь, тебе давно вот, надо было прийти. В Gears of War нельзя так взять, короче, и начать просто играть. То есть она вот тут интерфейс другой, часть механики вот с этой перезарядкой, короче, разное оружие, они какие-то такие, но довольно необычная штука. То есть в это надо вникнуть. Условно, если бы это был новый Battlefield, ну, нам бы было похер, что... Бежишь, стреляешь, а здесь все-таки здесь довольно медленно бегаешь, а здесь нельзя перепрыгивать там через все подряд, здесь нельзя от укрытия к укрытию перебегать, как в Division. Нет, почему? Ну тут на самом деле можно. В общем-то, вот на этом и строится, в общем, геймплей, потому что тут по большому счету нужно прям, знаешь, вот от складочки вот к складочке. Это скотина. А где это было у тебя? Там сзади?
Хрен, я бегу наугад просто. Ну вот каким образом он? Да тьфу ты, а. Короче, ты реально, ты про свои складочки рассказывай кому-нибудь другому. Да нет, главное, смотри, не получилось так, что ты, знаешь, просто... рядовой человек приходит в это поиграть, а оно как в Halo 5, короче, тебя начинает просто со всех сторон насиловать. Нет, я просто вижу, как уровень устроен. Он устроен, по сути, как лабиринт, да? То есть вот из практически, посмотри, одинакового уровня все преграды. То есть ты как трамвай можно ездить просто. Вот, прилипнуть к стеночке и кататься. Ну да. Вот. То есть это такой лазертаг. Ну, в общем, да. Другое дело, что, может быть, это будет не очень динамично и спортивно, но при этом мне кажется, что игра как бы намекает. Ну, просто я смотрю исключительно на этот, на дизайн уровня. Так, обходят. А, и обходить с флангов, собственно. Тактиго. Вот это скотина! Да. Просто тварь. Да. Понятно. Неужели возродят? Ну что ж. Так, мы с Петром замолчание, потому что начался замес. Реально, замес непростой. Ну понятно, чаще всего к тебе подходит реально сзади. Вот это прям вот классика. То есть ты где-нибудь засел, залег. Вроде только что сзади тебя стояло двое своих. Проходит буквально 3 секунды, тебя сзади же разрывает, как будто бы твой союзник просто трансформировался. Знаешь, он этим оказался оборотнем. Вот гадина, стой! Я тебя забью руками! Ладно. Да. Вижу твои части, валяющиеся по полу. Спасибо, Вить. Да, ну смотри, у нас есть чуваки, которые вон там по 18 убийств, он сейчас пилит радостно кого-то, так что нормально. Вытащит игру. Мы таким балластом, да, выступим. Я вот все пытаюсь, да, кого-нибудь распилить. Это ты же? Да. Так, ну в принципе, если сейчас вот сидеть в защите... Понятно. Вот это просто гадина. Тебя тоже, да? Именно этой? Да. Ну ладно, 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 ладно. Крестики-нолики. Так, нам пишут, что тактика гири — это беги, шотган, беги. Все. Окей. Надо привыкнуть к этому бегу, потому что, я еще раз повторю, как только вы нажимаете на кнопку А и начинаете бежать, у вас мягкость вообще управления как у катка. Чувак, в принципе, не может поворачивать в этой ситуацию. То есть он как вот... Другую карту. Кто как проголосует. Вот. А это кто как... Это следует воспринимать как ускорение, но ни в коем случае не быстрый бег. А сами бегают они довольно медленно. Так, а что у нас есть? Так, может что-нибудь купить. Так, здесь какие-то карты еще. Объясни мне. What the fuck is this? Ну, те карты, которые я вижу, они, в принципе, исключительно про опыт. Ну, то есть, выигры... А, это ачивки просто, типа? Нет, это не ачивки. Это, ну, это как бонусы. Вот, но, может быть, где-то есть еще бонусы с, там, не знаю, с новым оружием. Мы за саранчу. О! Ух ты, все одинаковые уроды. Нет, почему? Один команда есть какой-то... Уродов. Один какой-то есть рогатая мразота. Рогатая, да, рогатая мразота. Так, кто из них ты? Вон ты побежал. Виктор, рогатая мразота Зуев. А, ты впереди? Давай. Нет, я за тебя. Ну, давай тогда, короче, по центру. На меде будем рачить. Давай. Вон он, вот это, вон она. Кстати, выглядят они круто, очень круто. Прям лучше, ну, чем такие, всегда. Такие, культуристы. Прям, ох. Если у вас кто-нибудь спросит, что такое мышечная масса, покажите вот.
Что такое правильно? Нет, что такое правильная мышечная масса? Из шотгана тебя, гадина! Ах ты. Не очень, да? Не-не-не, меня убил. Меня просто сосед догнал. Бумшот. Ну вот опять, хорошо, спрошу чат. Откуда они берут такие виды вооружения? Мы только что играли за людей, никакого бумшета у меня не было даже в лодаутах. Или я что-то не понял? Вот, смотрите, у меня... А болток пистол ты не хочешь себе? Подарок. Хорошо, у тебя есть лук? Вот где? Где взять этот гребаный лук? На карте, скорее всего, где-то валяется. Его просто забирают быстрее, чем надо. Те, кто долго играет, и те, кто бегает быстрее. Ну, это же как, вспомни, не знаю, как Quake 3. То есть ты, типа, забираешь все оружие на карте и все припасы, и лишаешь противника возможности пользоваться определенным... Ты же в Doom играл недавно. Ну да, да. Но это же про это. Ты просто все собираешь, чтобы противника... Не все игры сетевые используют пауэрапы просто. Ну, то есть... В некоторых с чем пришел, с тем ушел. Или снял с противника. Я, честно говоря, не видел я не видел здесь пока какой-нибудь валяющийся ящик. На карте раскиданы, да, пишут. Окей. Вот я сейчас только что вижу. Что взял пистолет. И умер, да. Окей. Это стоило того? Ну, так. Слушай, а ты не в курсе, там будут всякие эти, типа, бумеры? Вот эти вот, которые бум! И из ракетницы стреляют тебя. Помнишь, были жирные уроды? Или мультиплеер Gears of War — это исключительно вот гуманоиды против гуманоидов? А, есть кооперативный режим. Мы его еще не пробовали, но там, возможно, как раз волны. Битва против боссов, да. Ну, то есть, возможно, волны, а в конце какой-нибудь и жирный босс. Не исключено. Ага, они еще перекатываются. Прикольно, прикольно. Не, ну вот надо учиться играть, конечно. Да, так, да, абсолютно. Просто не возьмешь, не популяешь. У меня в Doom даже лучше получалось, чем в Герзе. То есть, здесь... Понимаешь, что твой опыт сингловых игр, вот, и опыт даже Division здесь вообще не помогает. Но Division — это RPG, там больше зависит от твоего снаряжения. То есть, если у тебя топовое снаряжение, то ты можешь выходить на некоторых противников просто, я не знаю, не целясь, они тебя не убьют. Вот. Даже против живых игроков. А ты в Division играешь еще? Да, да. Ну, уже поменьше, и ну, там сессия минут по 40 просто делики сделать. Вот, то есть специально уже не задрачиваю. Я просто даже из вашего чата уже вышел. Ну да. Вот, а здесь прям чисто на скилл. И то, что с собой принес в эту игру, то, что у тебя в голове есть, то и работает. Так, я чего, убил, что ли? У меня сейчас в голове ни хрена нет. И ничего не работает. К черту! Ладно. Нет, ну я вообще никого не могу убить, конечно. Просто ничего не могу сделать. Да. Ну, то есть, вот такая же была у меня история. Только мой экран видит, а твой нет. И все в чате мне пишут: да ты рак! Ну, друзья мои. Да пускай тут сами поиграют. Да, понятное дело, 20, да. Кони морские. Не, мне тоже всегда нравится позиция такая: вот, а считаете еще себя какими-то экспертами и прочими. Ну, конечно же, ведь, видимо, Василий Уткин и Черданцев проводят по 100 матчей да, в год. Да, да. Ну, конечно, бегают. Да. У Василия Уткина 100 матчей за Барселону, да, 100 голов в английской премьер-лиге. Как иначе-то? Без этого же нельзя быть экспертом в футболе. Надо же забивать голы. Не, ну просто у людей есть чем порадоваться. Он играет хорошо. Да. Поздравляю. В общем, абсолютно. Нет, тот, кто играет хорошо в Gears of War, я даже прям респектую, потому что тут действительно надо постараться. Вот это бабёночка. Я еще сильно целюсь. Вот это да, я еще сильно целюсь, а она сейчас, куда-то подожди. Ускакивает. На тебе, тварь. Ох, сейчас было хорошо. Она ползла, истекая кровью, а я подошел и прям в подых своим каменным сапогом, ведь всем известно, что у саранчи они подбиты гранитными подошвами. Да? Нет, но я хочу, чтобы это было так. Знаешь, как у гномов каменные сапоги.
Окей. По-моему, мы реально босиком бегаем. Ну хорошо, но мне кажется, что у них настолько ороговевшая кожа внизу, что... Как у хоббитов. Ну, я думаю, что даже хуже. Гораздо хуже. Если ты всю жизнь проводишь босиком, представляешь там... К годам 30, что у них вместо ног. Вместо ног. Вместо, ну, вместо, да, вместо подошв. Вот сейчас камера моя следит за игроком с ником Элли 1979, понимаешь? Вот этот человек, понимаешь, вот этот человек издревле называется, играет. Кстати, здесь есть, смотри, здесь крутой момент, что можно соперника вытащить из-за укрытия. То есть просто взять такой, слышь, иди сюда. За шиворот, да. Меня вытащили, бросили на арену и расстреляли. Да. Ну, в общем, всрат матч. Так, ну напишет, что даже Уткин здесь бы затащил, Лоза бы затащил и Дроздов бы затащил. Ну да, конечно. Ждем их. Так, ребята, как вы думаете, в каком сеттинге будет следующая часть Battlefield? Хотите, чтобы это было продолжение Bad Company? Ну, черт его знает. Bad Company, я помню, реально, играл. Если есть больше, если есть игры, на которые мне больше наплевать, чем Battlefield, или там вот generic military истории, то я не знаю, что это за игры. В смысле, ну, в них весело играть, но переживать о том, в каком же сеттинге будет следующий Call of Duty, да не все ли равно, реально. Вот как показала практика последних 15 лет, куда ни воткни, это все равно будет колда и батла и все остальное. Ну, главное, да, чтобы они не стали делать 21-42 очередное. Нет, я бы хотел, чтобы знаешь, батла перестала бы выходить каждый год. В принципе, она и сейчас это перестала делать, но... Красивая карта какая. Да, да. Даже стрелять ни в кого не хочется. Ну, хочется ее рассмотреть, но не получится, потому что уроды уже здесь. И прям мне в голову. Уроды все... Да. То есть смотри, было бы здорово, если бы они выпустили Battlefield Online условный, который просто бы, ну, апгрейдился бы со временем. Ну, то есть вот. И знаешь, и на 5 лет вперед. А у них же есть этот Battlefield Play for Free, иди, поиграй. Есть. Апгрейдится. Но ты понимаешь, он Play for Free и прочее. Нет, ну сделать... То есть... Это как FIFA глупость, World, да. Да, глупость Battlefield'ов, что ну, как каждый год, когда он выходил особенно, то все твои достижения и все прочее, все это уходило просто нафиг. Вот. И, это как FIFA. И выходило, да, при этом выходила абсолютно одинаковая, на самом деле, игра следующая. Вот. И так и FIFA пора перестать выходить каждый год. Понятное дело, что они от этого не откажутся. Ну, ведь они каждый год продают по игре за полную стоимость. При этом, по сути, меняя немножечко графончик, вот, и меняя составы команд. Но при этом... Продолжают покупать. Ну, да, да, да. Но при этом, знаешь, там, как я понимаю, что люди теряют свои профили, да, весь вот опыт, гадина, все свои карточки. Да, это, конечно. У них, наверное, утро сейчас, да, вот у этих вот Маркусов там, 1979. Они такие бодренькие. О, кстати, я могу почитать, наконец-то, что написано на памятнике, но. Если бы. Если но не бы могу. Не уроды, да. А есть какая-нибудь там снайперская позиция там или еще что-то? Меня еще что бесит, это то, что у всех винтовок прицел такой, как будто бы она реально стреляет с разбросом размером в жизнь. Вот бумшот, я нашел бумшот, Витя. Так, давай, где? Петя. Меня сейчас убьют, я бегу. Нет, с бумшотом, ну, Витя. Ну давай, нажми, Витя! Нажми, левый бампер, вот левый бампер. На говно. Вот я отметил мразь, которую надо убить, которую надо убить, отомсти за меня. Сейчас почему я не могу тебя выбрать? У меня нет патронов! Нет патронов! Петя, живи! Все. Короче, в бумшоте два патрона. То есть... И я ни одним не попал, если вы интересно. Лучше сам застрелился.
Вот. А когда бумшот у них в руках, то один выстрел — это минус 3 игрока твоей команды. Нет. Второй нет, выстрел обязательно, минус обязательно все. 20. Во-первых, выстрел 20. Во-первых, выстрел 20, да-да-да. Начнем с того, что выстрелов у них всегда 20. Да. Слушайте, а неужели у этого закона нет еще названия? Что вражеская команда всегда играет лучше. Ну, это, мне кажется, один из законов Мёрфи просто. Да? А может... Нет никакого дополнительного закона. Ну, нет, давай введем. Закон Зуева. Закон Зуева-Сальникова, нормально. Знаешь, двойной такой, чтобы он как бы звучал, так сказать, посолиднее. Вот. Что во вражеской команде всегда киберспортсмены, а в твоей блогеры и стримеры. Такой, знаешь, самое крутое, что завтра по поводу происходящего вот, от членов твоей команды начнут выходить аналитические статьи. Как это часто бывает. Знаешь, я просто в Gears of War, правда, первый раз играю, но я помню, об этом же еще Андрей Подшибякин писал как-то в Фейсбуке, что игровая пресса, которая приходит на мультиплеерные ивенты, играет с очень большим трудом, всегда сливается, ну и в общем очень смешно это выглядит. Я помню, когда мы были на Gamescom и играли в Killzone, и никто не мог ничего сделать, и мы вдвоем с кем-то тоже там пришли и просто жестко раскидывали всех западных игрожоров. На следующий день статьи такие: ну что там мультиплеер такой, там что-то аналитика на режимы там и прочее. Мы такие: чуваки, вы же даже не можете в это играть. Ну, в общем, с Overwatch'ем то же самое было, я помню, на Близконе. Ой, тут прям какие-то трамвайные пути. Я не знаю, какие трамвайные Спасибо. Пути здесь. Куча уродов! Стрейф! Да не, ну это просто несерьезно, реально. Класс. Давай как договариваться. Ну то есть, мы бегаем как-то, я вообще хрен знает. Я бегу куда-то, бегу, Петь, прибегаю, стреляю, умираю. Бампер нажимаешь и находишь меня. Это что? Он его взял! Он взял тело как заложника, как живой щит. Ни хрена подожди, себе. Подожди, Вить, там справа, Вить. Вижу. Ну как вижу? Пули ловлю справа. Давай, внизу там бегай. Двое. Сейчас, походу, будут сзади обходить Витя! Понятно. Ай-яй, замесович. Замесов. Так. Вижу тебя. Гомосеки. На! Скажи, а у тебя... Вот у тебя граната или дым? Вот у меня вместо гранат дым. Дым вонючий. Вот да, мне тоже пишут, значит, что мне абдулаверы запрещают пользоваться гранатами. Ребята, у меня гранат нет. Их тоже нужно подбирать. А вот у врагов есть. А у врагов есть. Звук крутой очень. Так, это ты, да? Давай. Мы с тобой. Ой, пара, да там их вообще. Пара. Да я не хочу даже туда идти. Да ты посмотри, Вить, нам надо в другую сторону бежать. Там их. Вот почему их все время 10 человек? Знаешь, что? Хотя. 10 чей. Хотя в команде может быть только 4, да? Но первый закон говорит о том, что их бегает все равно 10. Слушай, Вить, короче, нам надо это очень просто поступить. Нам надо завтра написать статью 10 законов мультиплеера Gears of War. Вот и все. А мне кажется, что можно. Спойлер-алерт для всех, кто смотрит. Нет, мне кажется, что можно вообще в принципе. Вот! Я понял тактику! В принципе, обобщить. Меня распилили бензопилой. И вывести 10 законов. В принципе. Так, хорошо. Давай мы сейчас. Давай посмотрим мы кооперативный режим, потому что в мультиплеере нам ловить нечего, очевидно. Пока. Да нет. Do you want to bring a squad? Да. И. Когда выйдет? Ну, кстати, ждать осталось не так долго. А, нет, ждать осталось долго. Она выходит в октябре. Осенью же? Осенью, да. Ну, считай, завтра.
Ну, в общем, да, потому что, как известно, лето пролетает, и нет лета. Так что, если вы думаете, что... Так, через минутку вернусь, весь. Да, скоро май, еще впереди 3 месяца лета, забудьте. Если вы не распланируете это время, то лета у вас не будет. Хоп, и уже Gears of War 4, и уже октябрь. И такие, как? Что? Так, я здесь, что происходит? Угу. А, ну, у нас подгружается. Так, мы берем Versus, плейлист и коп. Посмотрим, что это такое. А, в скобочках написано Hardcore AI, что, в общем-то, тоже не добавляет уверенности, но хотя бы попробуем. Как Dark Souls петь? У меня PlayStation сломалась. А, печаль. У меня зашло, да, неожиданно, но я об этом тоже писал. И вот у тебя не сломалось, да. И в четверг попробую постримить и пригласить людей из интернета, чтобы они мне показали и помогли, как это делается. Я, кстати, узнал, что у нас, там, кстати, там можно... это, у нас же гайд там типа простаивает. У нас такой этот авантюрный проект, напиши гайд по Dark Souls 3, пока mm-hmm. проходишь Dark Souls 3. И ты, поскольку я сейчас несколько выпал из движухи, ты мог бы поснимать видосы с боссами. Ну, у меня там будет, знаешь, короче, такая история, такой, как играть в Dark Souls и пройти? Вызови 4 друзей. Мне кажется, это вообще... Ну, это же решение, я так понимаю. Почему нет? Если к тебе приходят 4 друга... И вот интересно, игра масштабируется в этом смысле или нет? Или все остается то же самое? То же самое. То же самое. Ну, посмотрим. Team Deathmatch on Dem опять. Да, нас опять или почему-то... Или я куда-то не туда нажал. Нет, все правильно. Нас почему-то... Ну, все-таки это бета-тест, и поэтому понятно, что не все гладко. Но почему-то нас всегда... мы сначала попадаем в существующий матч, куда нас не пускают. Ой, я за тёлку. А, ты уже бегаешь? Ну, вроде того. А все. Все, давай я с тобой. Так, здесь кооператив, здесь должно быть попонятнее, по крайней мере. Так же, какой кооператив? Это Team Deathmatch. Опять. Вон эта гадина. Нет, это компьютер. Какой Стоп. Компьютер? Это компьютер. Счет 10-11. Да, это компьютер. Это, видимо, кстати, знаешь что? Это вот та самая тренировочка, о которой мы говорили. Как научиться играть, не раздражая при этом других игроков. Вот, а, есть режим. Это боты, да? Это боты. Ты если нажмешь на кнопочку список, вот, ты увидишь, что у них нет никнеймов, у них есть только название класса. Тихо. На, тварь. А, ну хорошо, кстати, нет. Вот надо было, конечно, сюда с самого начала зайти и... Этот режим даст вам представление о том, как выглядит. Что с вами будет. Да, что с вами будет, как выглядит мультиплеер. По крайней мере, на ботах тренироваться не так болезненно. Да что ж такое-то? Тихо. Жив. А, нас двое инвалидов. Бегу к вам, пацаны. Сейчас. Ну, смотри. Вот этот. Вот, меня... вот эти. Вот у они. Меня... Я по-прежнему живой, у меня уже 3 убийства. Вот. Вот. Смотри, хедшоты получаются. И лить сразу научился. Да. Да просто. Unstoppable. Triple kill. Надо было сразу запускать игру с ботами. Надо было сразу. Говорить никому, что это боты. Вот я про это тоже.
Ну подожди, ладно, может быть, волны будут увеличиваться в плане хардкорности, и мы еще как бы сессию-то не закроем. Подожди. На. Потому что я смотрю там. Стоп, подожди, оставь его мне. Потому что игроки-то, в принципе, тут умирают, я смотрю. Так что все-таки не все так радужно. То есть это все-таки не совсем изич, и написано было хардкор АИ. Ну ладно. Так, стоп. Ой. Ну да. И все равно живу. Назло. Что меня всегда прикалывало в Gears of War, это то, что вот локусты, они издают такие звуки, как будто они все играют в black metal группе на разных инструментах, но одинаково хорошо владеют вокальными эффектами всеми. То есть игра по металлу. Так, ребят, нам осталось убить последнего. Вон он отстреливается. Я просто бегаю по карте. В фирменном режиме Gears of War. Бег в режиме Gears of War. Да хорошо, что здесь выносливость не заканчивается. Можно просто носиться и все. А что, живой что ли? А, ничего себе, ползает здесь. Да, как видите. Да. Вот. И с нами снова наша самооценка. Нет, ну это здорово. Вот за это прям мега хвалю, потому что просто пускать людей учиться в мультиплеерных режимах, это, конечно, жестковато. Нет, ну в принципе это жизнь, это нормально. Надо учиться плавать, так сказать, на практике. Вот. В воде, да. Да, но, как я уже в начале стрима говорил, комьюнити здесь точно такое же, как любое другое. Мне даже в личку писали. Типа, буу, go home. Серьезно. Ну, потому что из-за меня сливали партии. Вот, люди к этому относятся болезненно, школьники относятся к этому вообще как я не знаю, как будто на корову играют. Вот. Поэтому очень здорово, что настоящие есть... эксперты, Вить. Да, что есть кооперативный режим, где, в принципе, происходит все то же самое и те же правила абсолютно. Я-то думал, что здесь будет битва с боссами, но, возможно, в полном... На тебе. Что в полном режиме, возможно, тут будут еще и какие-то более серьезные противники. Вот. Но, тем не менее, сейчас это абсолютная симуляция мультиплеера. И можно здорово поднатаскаться, прежде чем идти нагибать школьников. Так. Нет. И все-таки, вот, моя первая официальная смерть сейчас. Так, вот посмотрим. Это вообще скотина. Посмотрим. Я переключился, посмотрим, что там Петя. А Петя там пинает просто в поддых. Так, чуваки, ну давайте ботом-то не сливать. Слушай, посмотрел все 10 серий физрука. Так. О хорошем, если. О хорошем, да. Ну я в восторге. Я в восторге. Круто. Также рекомендую, крайне рекомендую «Бедные люди». Идет по тому же ТНТ, но можно, видимо, также где-то найти в сети. От той же студии, Good Story Media. Кстати, студия, сценаристы, которые слушают наши подкасты. Вот, если вдруг смотрят стримы, то им тоже привет. И, в общем, «Бедные люди» — очень хороший сериал. Вот что, все, что я хочу сказать, прежде чем меня Гнашер загнашит. Гнашер Наташа. Так, ну у нас с ботами паритет 5-5. А, нет, уже 4-5. Так что давайте, все, собрались сейчас прям потненько. Мы должны вытащить эту карточку. Ничего сложного. Это всего лишь тупой АИ. Распили, да. А как не распилил я никого? А почему? Вот мы столкнулись с пилами. Б нужно держать. Он тебя победил, да? Ну, потому что это компьютер, да. но он читер. Если команда соперника... Не, есть какой-то алгоритм, который высчитывает. Вот мы столкнулись с пилами. Ну и чё? Кто выиграет? Случайный генератор или... Хороший вопрос. Как это определяется? Вот мне интересно. Ну, то есть, правда... Представь себе, что ты играешь, сука, на квартиру. Тихо, подожди, я тут играю на... Дропшот? На честь вообще нашу, поэтому...
Да когда ж ты? Петя, я вижу, там тебя, может, ты разберешься с этим гнойником. Им, кстати, можно раздать себе прозвище этим локустом, потому что выглядят они, конечно, как будто пропустили диспансеризацию еще. Так, вот кто победит, кто победит. Отлично. Мой выстрел, кажется, был победным. Вот, 2-0, друзья. Так что, видимо, после того, как нам надрали задницу в мультиплеере живыми игроками, мы прошли, так сказать, закалочку. После этого битва с хардкураи, ребят, это не я придумал, это написано было в режиме, как видите, прошла довольно празднично, весело и так, как и должно быть. Ну что, я думаю, в принципе, можно заканчивать, потому что здесь режимов-то, по сути, только два. Режим вышибалы — это тот же дефматч, только с более суровыми условиями, а значит, нам туда не надо. Повторюсь, что бета-версия станет доступна всем с 25 числа. Сейчас она доступна тем, у кого есть Ultimate Edition. И, возможно, те, кто предзаказал Gears of War 4. Как видите, здесь... Ultimate Edition — это первая часть? Да, да, которая переиздание. Кстати говоря, если у вас вдруг нет Ultimate Edition, то вам нужно сделать что-то со своей жизнью, потому что Ultimate Edition — это, конечно, просто best. Ultimate, да, да, да. Ну, как я уже говорил тоже в начале, что это игра, которая придумала формат 3D-шутеров, который используют до сих пор. Перекаты, укрытия и вот это все. Вот в Division очень много из техник Gears of War. Из приемов и игровых механик. Да. Да, да. А причем Gears of War-то какого года игра? Поэтому Gears — это легендарная серия. Все с ней будет хорошо. 10 лет видим... уже. Да, да. Вот, скорее всего, выйдет на ПК, хотя это официально не подтверждено, но возможно. Пока везде стоит только Xbox One. Возможно, выйдет просто позже. Вот, поскольку по портам с самого начала не заботились, поэтому, наверное, это будет не сразу. Но ждать, безусловно, стоит. Вот. Повторюсь, что очень здорово, что здесь есть кооперативный режим. Фактически можно назвать его тренировочным. Даст вам представление о том, что нужно делать в мультиплеере, чтобы не выглядеть раком. А в конце концов, поскольку сингла сейчас нет в бета-версии, можно и здесь вообще только сидеть и просто радоваться жизни, убивать гнашеров. Ну, гнашеров — это неправильное слово. Гнашер — так дробовик называется. Убивать локустов или, наоборот, играть за них, разрывать людей напополам, пилить, смотреть на графон, а видно, что это Gears of War нового поколения. Особенно это видно на локустах. То есть на людях, конечно, не так. Плюс люди, честно говоря, выглядят как-то по-бомжатски. У меня сейчас какой-то чувак в кожаной тужурке просто бегает. Ну, просто... Просто несолидно, я бы даже сказал. То есть где вот это хваленое... Хваленое снаряжение Gears of War. Вот, на моем чуваке нету. У него еще какие-то палочки в волосах торчат. То есть у меня чувак из Fallout натуральный. Прикольно, я пришел помочь. Меня разорвало дропшотом. Вот, компьютерный соперник в этом режиме, в общем-то, дает прикурить. Это он не разбирается на изи. Как видите, что в принципе у нас паритет был в предыдущем матче. То есть там 5-5, 4-4. Так что отличная тренировка, отличное времяпровождение. Вот. И главное, что спокойное. Без нервов, в конце концов, играете против тупого АИ. Это не так смертельно и не так обидно. Тихо, тихо, окей. Слушай, а еще есть какой-то доджбол? Хорошо. Нет, ну мне... ребят, про лудауты говорите. Ну а что лудауты? Там так себе лудаут. Ну, то есть... Не особенно сильно он все меняет. А доджбол, я же тебе говорил, это тоже дефматч, только более суровый. Да? Да. И да. Все? И все. Более суровый. Там респаун происходит не сразу, а после того, как там соперник умирает и прочее. То есть нет такого, что там спустя там 5 секунд ты возродился. Ладно. А ты вышел? Здесь еще прикольно же, да, что
Ты вышел, что ли, да, из Брисбена? Должен сыграть, как в Старкрафте, несколько матчей, и потом там поймут, насколько ты дно, чтобы с таким же дном тебя в следующий раз определить. А, Болток Пистол. Давай-давай, берем. Болток. 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 Каждый болток, знай свой шесток. Ну, вот ты сказал, что пора заканчивать. Я такой да, думаю, ну, да, пора, да, так да, пора, да, вышел. Сейчас. Нет. Но я сейчас еще один мальчик. Например, а, ну все. Нет, ну мы выиграли. Ну, то есть, круто. Все. Подтвердили, так сказать. Класс. Все окей. Люди запомнят не только наше поражение. Вот. Да нет, в принципе, ну, можно заканчивать, потому что все, в общем-то, понятно. Я думаю, что после этого стрима также будем, можно будет вместе сыграть. Чередуя это с Думом, например. Огромное количество сейчас выйдет мультиплеерных штук. Одна лучше другой. Выбирайте на свой вкус, что говорится. Как говорится. Да, и вообще, на самом деле, вот ты перестал играть Division, а у нас уже какая-то вошло в привычку вечером где-то там собираться. То есть, на самом деле, это может быть не Division, это может быть что угодно. Вот, потому что собирается большая компания, вместе все общаются, уже на отвлеченные темы, там, ну, это как реально там сидеть где-нибудь. Не, я только за. Ты понимаешь, просто мне иногда это кажется слишком таким каким-то обязывающим. То есть есть чат людей, которые от тебя что-то ждут, и ты вроде как зашел. А, нет, ты зашел в игру, ты понял, что ты на самом деле не так уж и хочешь играть. Нет, а я они тебя зашли, понял. Потому смотри, что смотри, ты позвал. Я тебя понял, но я как раз вел к тому, что сейчас это скорее уже такой клуб по интересам, чем действительно там, а давайте сейчас там затащим очередной челлендж. Вот. Поэтому главное, чтобы было во что совместно играть, а там найдутся темы для обсуждения. Вот, напишет, зовите подписчиков. Да, мы бы и сюда позвали, но, как видите, стрим, точнее, бета-версия пока доступна только ограниченному числу людей. Вот, когда будет в более широком, так сказать, формате, там уже можно будет играть со зрителями. Только за. В Думе, например, огромное количество людей подключалось, зрителей. Вот, это было довольно весело. Прикольно, он меня из лука долбанул. Вот, ладно, всем пока, играйте в Gears of War, смотрите канал Xbox.ru, читайте Disgusting Man. Петя, тебе тоже всего хорошего. До встречи, увидимся. До свидания.